Нужны бесплатные орлы? Да без проблем. В описании под видео переходи по ссылке, устанавливай приложение, откидывайся на диване и, выполняя простейшее задание, забирай голду. Не забудь правильно указать свой аккаунт. Можешь еще мой код ввести для бонусов, ну или же сгенерить свой для друзей. В общем, дерзай. День добрый, друзья, с вами Димон. Сегодня был официальный стрим с разработчиками, и буквально спустя 2,5 часа они запустили дев-сервер для всех желающих, и поэтому мы с вами посмотрим воочию на МиГ-29 и F-16. Там еще где-то есть панавиа торнадо, но поверьте, самые интересные новинки все-таки вот первые две. Объясню почему. По остальным новшествам это отдельный видос, я думаю, будет, по технике наземной и так далее, потому что сейчас есть очень важные вопросы, которые следует обсудить. Первое. F-16. Начну с него, потому что, по сути, все подтвердилось. Ему дали блок 10, и по основным типам вооружений, если говорить воздух в воздух, то у него 6 AIM-9L, то есть все ракурсные ракеты, с которыми мы все знакомы, даже на Тандербалте они имеются на И-10, количество 4 штук из обычной исследовательской ветки, и тут как бы в топе это основное вооружение. То есть никаких радиолокационок не имеется, новых типов ракет не имеется, и, соответственно, единственное, что вот разработчики расширили ему спектр вооружения по маврикам, то есть по работе против наземной техники, а что касаемо новых блоков, здесь они как бы не зарекались, видимо, придется ждать чуть более продвинутые блоки позже, или же даже немножко иные модификации F-16. Знаю, что вы хотите сказать, любители американской ветки или израильской, которая тоже получила F-16, скорее всего, МиГ-29 будет доминировать, и это правда, но там есть свои огрехи, сейчас мы до них доберемся. Так вот, F-16 по своему ЛТХ потрясающая машина, в принципе, спокойно делает вертикальный взлет, как и МиГ-29, как вертолет, но с огромной скоростью, правильнее, наверное, его с ракетой сравнивать. Есть еще подвесные баки, которые можно сбрасывать, это, кстати, очень полезная вещь, учитывая, как жрут топливо эти новые машины 8-го ранга. Это что-то с чем-то, так что подвесные баки, возможно, будет неотъемлемый элемент каких-то тактических карт. То есть, если карта огромная, придется много летать, часто, скажем так, не возвращаться на филд, возможно, они будут иметь пользу. Даже, я бы сказал, скорее всего. Тем не менее, вся радость от показа F-16, как у нашей аудитории, так и у западной, которые его ждали, резко улетучилась после того, как чуть позже разработчики решили продемонстрировать МиГ-29. Я думаю, вы прекрасно уже понимаете, о чем идет речь, особенно те, кто смотрел официальный стрим. Если сказать, что между ними разница в пропасть, это не сказать ничего. Его возможности превысили все ожидания, которые были у игроков. Во-первых, по вооружению. Разработчики решили реализовать абсолютно все подвесы, которые были у МиГа-9-13. То есть две радиолокационные ракеты R-27R, также есть еще и R-27T. Они, кстати, более интересны, чем радиолокационная версия, потому что есть возможность невидимой атаки. Чуть позже вы узнаете, что это. И, конечно же, 6 ракет R-73, которые фактически не имеют аналогов на данный момент. А учитывая, какой блок вооружения дали американскому F-16, неудивительно, что сейчас у них тихий ужас. И никакие маврики в количестве 6 штук не способны успокоить их сердца. Но и это еще верхушка айсберга. Давайте я вам расскажу, что же разработчики реализовали на МиГ-29. Начнем с малого. Ракеты средней дальности в количестве 2 штук R-27T, тепловые. У них узкое поле зрения, повышенная помехоустойчивость и в режиме радара ПСК ОЛС противник нас даже не видит, то есть там есть специальный дальномер, мы невидимо, скажем так, его замечаем, отправляем ему ракету, от которой, скорее всего, он не сможет уклониться, ну, вы поняли. Это первая причина, почему фанаты американского F-16 загрустили. Дальше. МиГ-29 может также пользоваться радиолокационной версией этой ракеты R-27R, но, тем не менее, она не сильно лучше, чем 24-я. Любопытнее все-таки тепловая версия 27-й. Тем не менее, у МиГа-29 есть доплер. А теперь сплюсуйте это с наличием радиолокационных ракет. Такие дела. Но главная угроза, конечно же, R-73, которые сделали вкупе с реализацией системы нашлемного целеуказания. Да, друзья, ее тоже вводят в War Thunder.
И это вторая вещь, где без сарказма и самой иронии можно сказать, что не имеет аналогов, потому что первая система целеуказания появилась у советских МиГов 29-х, F-16 попросту ничего подобного не имели, значительно позже появились. И вот в игре синхронизацию провели следующим образом, то есть координатор ракеты, когда вы включаете GSN, следует за взглядом, то есть как вы мышку повернули, куда-то в центр смотрите, делаете пуск, и ракета отклоняется туда, куда надо. Это просто взрыв мозга. И вот теперь логичный вопрос. Ребята, в комментариях напишите честно, есть ли хоть у одного самолета, в том числе у новенького американского F-16, хоть какие-то шансы противостоять подобному МиГ-29, которому разработчики решили реализовать абсолютно все, что у него было? Никаких. Это ноль шансов, ребята, это полная доминация, тотальная МиГов-29, которая предстоит в ближайшем патче. Именно поэтому разработчики позволили себе за официальный стрим два раза сказать одну вещь. Значит, какие у нас есть по этому поводу опасения, сомнения и все остальное? Самолет имеет отличный ЛТХ, неплохой радар. И полный арсенал вооружения, мы опасаемся, что он будет слишком эффективен. Да, сейчас я немножко договорю про 29, поэтому оружие мы все реализовали, дадим вам потестить, дадим посравнивать с F-16, с другими самолетами, но оставляем за собой как бы возможность не выдавать ему в релизе мажора все доступное вооружение, ну, в частности, R-73, например, либо дать их ограниченное количество, а потом по мере оценки эффективности уже там выдавать их. Вот. То есть разработчик прямым текстом сказал, да, вы можете все это потрогать в максимально возможном виде на DF-сервере, но к релизу, скорее всего, будут какие-то ограничения. Либо R-73 вообще уберут, либо оставят лишь там, скажем, пару штук. Иначе балансу просто трындец. Ну а потом, по мере того, как они будут расширять блоки, я так понял, F-16 и другим, скажем, странам добавлять новые самолеты, они начнут расширять и спектр вооружения, точнее не расширять, а разблокировать то, что уже было у того же МиГа-29. В общем-то, пишите свое мнение, что вы об этом думаете, восславим баланс и потерпим, либо же все-таки давайте все сразу, но балансу трындец, и скорее всего 75% игроков просто уйдет из топа, потому что там будет летать один МиГ-29. Такие дела, ребята. Всего наилучшего, поддерживайте ролик пальцы вверх, подписывайтесь на канал, пользуйтесь ссылочкой в описании под видео, если очень надо, ну и всем удачи, всем пока!